В ландшафтном парке Тьмака высажена аллея дружбы. Такую экологическую акцию провели тренеры и воспитанники Тверской региональной федерации дзюдо, приурочив ее к 15-летию своей организации. Юный дзюдоист Юсуф Рахматулоев старательно выкапывает лунку для саженца липы. Во Всемирный день дзюдо, который проходит под девизом «Сильные вместе», тверские спортсмены решили поддержать идею единства народов высадкой аллеи дружбы. Вот пришли тут еще дерево сажать, чтобы они выросли. Россия была красивее. Чем получилось? Тверь даже. Тренеры вместе со своими воспитанниками посадили в ландшафтном парке Тьмака 10 маленьких саженцев лип. Уникальность данной акции состоит в том, что спортсмены встречаются не только на тренировках и соревнованиях, но и на таких социально значимых акциях. По словам организаторов, при желании аллею дружбы могут продолжить и представители федерации по другим видам спорта, высадив здесь новые саженцы.